Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Руководитель КПК «Инвестцентр» взята под стражу. Выбрана мера пресечения для Ирины Макаровой, которая была задержана в аэропорту Внуково, сообщили в областной прокуратуре. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту обмана и завладения деньгами вкладчиков кредитного потребительского кооператива «Инвестцентр». Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления, отмечают в ведомстве. Сумма причиненного вкладчикам ущерба устанавливается. Напомню, неделю назад КПК «Инвестцентр» внезапно прекратил работу. Всех сотрудников уволили, офисы закрылись. Макарова, как сообщали ее бывшие коллеги, могла находиться на тот момент за границей. Экономика. Больше 6 тысяч кировчан за год удалось вывести из зарплатной тени. Они легализовали свои отношения с работодателями. Об этом сообщил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов на заседании Межведомственной комиссии ПФО по вопросам регулирования рынка труда. По его словам, число людей, которых выводят из тени, с каждым годом растет. Всего по ПФО за год выявлено более 230 тысяч граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Сколько в 2023 году должен перечислить каждый кировский индивидуальный предприниматель страховых взносов? Об отчислениях, которые делаются независимо от наличия деятельности и прибыли, напоминает основатель и руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. В 2023 году сумма в районе 45 тысяч. Платится у нас пенсионное страхование и медицинское. Также есть 1% свыше 300 тысяч рублей дополнительно будет уплачиваться. Срок уплаты фиксированного взноса до 31 декабря каждого года, а 1% до 1 июля следующего года. Оптимизируйте ваши траты и развивайте свой бизнес с партнером, который подумает за вас и разберется в том, именно вашей ситуации. Что важно, летом он не уйдет в отпуск и не оставит вас наедине с трудностями. Компания «Бухгалтер Я» 14 лет на рынке бухгалтерских услуг Кирова. Запись на консультацию по телефону 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».